утренняя прогулка у нас. 7 часов утра сегодня. Встали и сразу на прогулку вышли. Айда моя линяет. Безбожно линяет. Когда были в походе, последний поход, в верхнюю избушку ездили. Там она много чесалась. И я думал, что кого-то он прихватил. Она прихватила. Блин, напротив ветра иду. Против ветра, не знаю, какой звук будет. И думаю, что-то у кого-то прихватил. Может, блох или еще кого. И чесалось очень много. Оказалось, она просто линяет. И сейчас я немножко прогуляюсь. Пусть там травы поест. Они, собаки, ищут себе. Я не знаю, для чего. Но зачастую они кушают траву. И просто бывает, просто они валяются там, когда линяют. Тут березы, вот школа наша, и вон как ровно стоят, тут березы посаженные, и сейчас уже школьники начали на этом месте тоже сажать деревья всякие разные. Вон сосны вижу, сосна, там еще береза. И еще какие-то разные кустики посажены. Тут-то я уже много ходил, много снимал это место. Все красиво, сейчас лето. Кукушку кукуют. Вон как красиво все. Все желтое тут. Скошено. Сейчас уже скоро 6-7 уже начинает выходить на этот, начнут выходить на сенокос. Блин, вот как-то напротив ветра у меня выходит съемка. Вон, вышел собаки, уже трава, вон, бегает. Где-то полчаса погуляем. Вот за прогулку сделаем и обратно пойдем. Вон, отдышимся сейчас свежим воздухом. Запах травы. Вон мост. Уже давно к речке не ходил. Вот в каком состоянии мост. Где-то 20 метров, наверное, уже сделали. Лежня уже там стоит. Меньше половины пока еще. Как-нибудь схожу к речке, может, поснимаю еще более. Да, где-то 20 метров сделан мост. Но вода нормально позволяет работать. Техника там стоит. Рабочие на лодке переходят речку и там уже работают. С той стороны всегда делают. Там на весенней охоте я показывал эти материалы. Посмотрит. Да, Айда, иди гуляй. Ветер тут. Давай дальше сходим. Вон птицы что-то начали нервничать, думаю. Где-то рядом тут гнездо у них. Вот. Вообще, наверное, где-то рядом. Ямы тут вырыты тут. Если не заметишь, что можно провалиться. Ветер сильный, комаров, можно сказать, нету. Да, ветрище что-то сегодня с утра. О, как красиво сейчас. Все цветет. Дождались наконец-то. Теплых дней пока нету, но все равно уже начало все цвести. Картошку мы посадили, и вот так немножко потихоньку выходит, не может расти. Тепла не хватает. Вон сколько травы тут. Только коси. Коси и держи скотину. Кукушку как кукует. Некоторые еще люди на нас спят. Тишина. Никто не работает, сегодня выходной.
достаточно, все спят еще. Ветер сильный. Ветрещает, да? Ну что, Эда, немножко погуляли, наверное, пойдем обратно. Вон, как птицы. Птицы что-то занервничали тут. Вот школа старая. Сейчас я еще поснимаю. Чуток. Школа старая. Синяя, которая вот. Вот эта постройка. Г-образная вот. Так, начинается и в эту сторону ушла школа. И там вот кирпичная перегородка. И эта кирпичная перегородка спасла, ну, чтобы дальше огонь не пошел. Как бы такой пролет был в эту сторону, где-то метров 20, наверное, и слева направо еще, вон как это стоит, ну, как S-буква была. Ну. И с этой стороны пожар начинался, он купается, смотри, о, валяется. Вот, это, вот ради этого я отпустил ее. Им все чешется у нее, и пусть валяется. Это хорошо. И комары вышли. И вот пожар начался. И больше половины школы сгорело. Но в 90-е еще успели построить вон из кирпича школу. И сейчас уже дети там учатся. Я учился. Все там учатся. И эта школа тоже. Но уже тоже нуждается в ремонте. Как всегда, денег у правительства нету. Крыша уже тоже не очень крепкая. Наверное, как думаю. Все равно уже старые шифера там, они ломаются, не вечные. Вот так. Везде лужи. Каждый день, каждую неделю идет дождь. Не знаю, еще не раздевались полностью, чтобы вот было 30 градусов и нормально загорать. Еще такой погоды не было. Ну, комары, конечно. Комары много. Там еще спортивная база. Ну, некоторые знают, некоторые нет. Там вот хозяева уже нету живых. Вот наши тренера, которые были. Уважаемые люди в нашем селе. Так вот. Ну что, наверное, поснимали, хватит. Все красиво вообще. Далеко уходить не будем. Айда приняла душ холодный в луже. Потом повалялась. Туда-сюда. Вот еще с этого угла еще сниму мост. Вот как выглядит. Кто спрашивал меня насчет моста. Готов ли мост? Смотрите. Мост еще не готов. И где-то вот метров 20 сделано. Там кран, трактор, машины. Но мост будет в этом году опять. Мост будет. Мост делают. Ну, в общем, все. Обратно пойдем домой. Спасибо всем, кто смотрит меня. А на сегодня все. Всем пока и до новых встреч на природе в комнате.